Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать о балансирах фирмы Lucky John. Это, наверное, самые дешевые среди всех, которых я видел. Более-менее, вот, по сравнению с Rapala, с Kusama. Ну, соответственно, здесь уже и уровень покраски, на мой взгляд, похуже. То есть, и не такой большой выбор палитры. То есть, соответственно, окрашены. Ну, у Kusama и у Rapala я не видел вот именно таких Redhead раскрашенных. Вот, взял я эти балансиры для разведки попробовать, потому что посоветовал мне один мой друг, который систематически ездит за щукой и очень-очень сильно хвалит эту фирму и вот именно вот эти цвета, которые вы можете наблюдать у меня сейчас. Вот. Попробовал я их, потестил Ване, ну, соответственно, Ване такого результата особо не видишь, но хотя бы увидишь то, как они себя ведут. Перехлёстываются, не перехлёстываются и так далее, там подобное. Вот. И то, что меня удивило, то, что здесь вот на этих балансирах застежки вот здесь вот такие вот интересно. Прихватки крупного хищника. Разогнет ли он их или нет? Вот я за это переживаю. Вот, по большей части. Вот такие необычные тоже окраски присутствуют. То есть он раз, два, три, четыре, пятицветный аж. Вот. Ну, как мне вот говорил мой товарищ, Сергей его зовут. Вот, попробую на них. Все-таки я купил их, побуду пробовать это зимой. Вот, кто если ловил на такие, можете отписаться в комментариях, как они себя ведут, действительно ловят или не ловят. Ну, товарищ у меня врать не будет, в принципе. Не должен, как все рыбаки немного могут преувеличить свой. Вот, улов и свои трофеи. Ну, этот товарищ не такой, как все. Вот, то есть врать ему смысла нету. И все у меня на фотографиях довольно-таки четко, ясно рассказывал, показывал. Вот, сейчас я вам покажу, как они ведут себя. О, один ведет себя в ванне. Соответственно, в воде берем, также опускаем. Также возвращается. При небольших взмахах возвращается всегда в одну точку. Довольно-таки широкие колебания создает. Более тяжелый он у меня. Убрал я его для глубин. Потому как ориентировочно планировали ездить на карьер, где происходит ловля судака, щуки, крупного окуня. Соответственно, в Подмосковье. Расклепанная игра, нежели чем у Rapala Kusama. Ну, посмотрим. Если у кого-то был опыт ловли на данные балансиры, отпишите в комментариях. Обязательно обсудим эту тему. Просто интересно самому. На эти, если я на Kusama и на Rapala ловил, то вот на эти балансиры я еще пока не ловил. Вот. Все, всем удачи, не хвоста, ни чешуи. Увидимся.